Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы забежали ко мне в гости. Сегодня у нас пампушки с чесноком. Очень вкусно и просто. Без опары мы сегодня приготовим. Здесь у меня теплая вода, я добавляю дрожжи. Как всегда, подробный рецепт и технология под видео. У меня коричневый сахар. Все. Теперь добавляем муку. Обязательно просеиваем через сито. Теперь добавляем соль, растительное масло. Все, и вымешиваем тесто. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые, вкусные, простые рецепты. Добавим на подсыпку, что-то у меня и мука сегодня немножко не та. Каждый раз у муки разная влажность, поэтому смотрите. Теперь самое главное вымесить. Больше муки не добавляем. Вымешиваем, пока тесто будет не отлипать или не прилипать к столу и к рукам. В этом весь вкус и пышность наших пампушек. Видите, все хорошо вымешиваем. Хотя тесто, кажется, видите, пока, как вам показать, немножко липнет. Но мы с вами продолжаем вымешивать. Как бы его растягивая. Такой способ называется фрози. Можно сделать вот так. Если вы счастливые обладатели кухонного комбайна, используйте его. Вымешиваем до 10 минут. Занимаемся трудотерапией. Наше мы тесто вымесили. Посмотрите, как оно красивое. Немножко добавляем растительного масла. Выкладываем наше тесто. Накрываем пленочкой и пусть стоит. Вы когда увидите, когда оно увеличится в объеме, один раз делаем обминку, еще оставим на полчасика. Все, накрываю я пленкой. И ставлю на расстойку. Наше тесто поднялось. Я сделала обминочку. И еще дала постоять. Форму застилаем пергаментом и выкладываем наше тесто. Стол немножко смазываем растительным маслом. И формируем пампушки. 8 штук я делаю. Раз, два, три. 4. Если хотите одинаковые, можно на весах, но я думаю, это не так важно. Все, подкатываем.
И вот так слаживаем. Видите, как красиво. Накрываем пленочкой и оставляем для подъема. Одна у меня гигантская вышла. Все, и оставляем для подъема. Прошло, наверное, минут 20-25. Посмотрите на наших красивых помпушек. Посмотрите, какое тесто. Все, духовка уже включена. 180 градусов, 25-30 минут. Пока наши помпушки выпекаются, мы с вами приготовим ароматную смесь. Здесь у меня сливочное, растительное масло, зубок чеснока, щепотка соли, ну, конечно, зелень. У меня замороженное. Если у вас есть возможность, возьмите свежий укропчик. Это будет вкусно. У меня, видите, оно немножко замороженное, поэтому не такая красивая. Все это мы хорошо перемешиваем и ждем наши помпушки. Вот такая ароматная смесь у нас с вами готова. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы узнать новые рецепты. Прошло 25 минут. Видите, какая красота у нас. Давайте вытащим. Очень горячий. Ох, сейчас. Ой. Так, убираем горячую формочку. Наши помпушки великолепные. Посмотрите, какие они красивые. Спасибо, что вы были со мной. И поливаем нашей ароматной смесью. Еще горячие помпушки поливаем. Они сейчас отойдут. Я вытаскиваю из формы, потому что они отмокнут. Мне это не очень нравится. Поэтому вот так хорошо смазываем. Такая красота у нас с вами получилась. Не забывайте подписываться на мой канал. Сейчас подождем немного. Я хотела бы отломать кусочек, но сильно еще горячее. Подождем немножко. Ну, давайте, чтобы вас не задерживать, я попробую отломать. Ух! Посмотрите, какая это красота. Очень нежные. Посмотрите, без яиц. Смотрите, какая это красота. Но горячий пробовать не буду. Это очень вкусно. Всем пока и до новых встреч!